Теперь к другим темам. Золотой обитель Будды Шакьямуни продолжается учение досточтимого Гишел Харамбы Джагбаг Гьяцо. Напомню, высокий учитель по приглашению Шаджинламы Калмыкии прибыл из индийского монастыря университета Дрипун Гаманг. Слушатели уже успели получить бесценные знания по таким темам, как прибежище в трех драгоценностях, основа основ для остановления каждого буддиста, сутра о плоде, о законах кармы, сознание и 51 ментальный фактор и многим другим. Также в рамках этих лекций учитель рассказывает и об основополагающих качествах, таких как любовь, сострадание, ревностность и толерантность. Каждый желающий может присоединиться и послушать. Напоминаем, встреча с Гишел Харамба Джагбаг Гьяцо проходит ежедневно, кроме понедельника, в будние дни в 18 часов, в субботу и воскресенье в 15:00. На протяжении нескольких месяцев по приглашению с монастыря Дрипун Гаманга приехал большой учитель Гишел Харамба Джагбаг Гьяцо. Начиная с Сюрсара, он тут преподает буддизм нашим землякам. Это было согласовано еще в прошлом году, когда нас посетил досточтимый настоятель Дрипун Гаманга Дигме Гьяцо. Я его лично просил. Мы хотим именно, чтобы учителя приезжали из Дрипун Гаманга, так как исторически у нас очень тесные связи именно у калмыцкого народа с этим монастырем. И хотелось бы, чтобы большие ламы и преподаватели буддийской философии приезжали в первую очередь именно с этого монастыря.